Курганское отделение железной дороги. Грузооборот почти 56 миллиардов тонн-километров за год. Это ворота Сибири. Двадцать лет несет службу при них Надежда Яковлевна Кочнева. Отсмотрщик-автоматчик. Так официально именуется ее должность. Ну а если попроще? На осмотр и профилактический ремонт всего состава отводится полчаса. Не на минуту больше. Хоть и 70 с лишним вагонов. Это норма на сегодняшний день. И ровно за половину эшелона держит персональный ответ Надежда Яковлевна. Главное в ее работе сокращать простои транзитных составов на станции и обеспечивать безаварийное следование их на гарантийных участках. Подряд 12 часов под открытым небом, в мороз и ветер, обычные смены. И неотложных дел, конечно, всегда хватает. Только по душе они ей. Человек красит место. Кочнева – герой социалистического труда. Вот и еще одному составу на Тюмень, БАМ или, может, КАТЭК – Зеленая улица. Бесперебойно действуют ворота Сибири.